Мы показывали недавно тополь, который упал по улице Льва Толстого. И сегодня рабочие приехали его распилить и вывезти отсюда, потому что он и на крышу там гаражей упал, и дорогу перегородил. Но очень большой ствол, вот тут и тяжелую технику привлекли. В общем, работают. Дерево, оказывается, повредило теплотрассу. И сейчас сотрудники теплокоммунэнерго восстанавливают отопление. Один из домов отключен, сидят без тепла.